Развитие культуры. Перенимаем лучшее с африканского континента. А именно, молодые парни и девушки Европы и России с гордостью копируют древние примитивные обычаи негров Африки. Почему народы, считающие себя современными, перенимают самые вульгарные, доморощенные обряды аборигенов? Не могу понять. Тоннели в губе. Модификация производится путем растяжения пирсинга губы. Документированы случаи растяжения нижней губы до 40 см в диаметре. Что интересно, чувствительность губ полностью сохраняется. Пирсинг в носу, кольцо в носу, занимает одно из первых мест по популярности. Выделяют 7 видов пирсинга носа. Обычно делают пирсинг крыльев носа, по-английски nostril piercing, или пирсинг носовой перегородки, по-английски septum, носовая перегородка. В прокол вставляется кольцо. Европейские и российские аборигены, как и аборигены Африки пару сотен лет назад, считают кольцо в носу чрезвычайно модным. Шрамирование или скарификация. Кровавый ритуальный обряд некоторых африканских племен. Для создания рельефа в надрезы втирается зола. Рисунок шрама влияет на статус и положение в обществе, а также гарантирует успех у противоположного пола. Тоннели в носу. Сначала делают пирсинг, а потом расширяют или прорезают отверстие необходимого диаметра. Это удовольствие, например, в Санкт-Петербурге стоит 8000 рублей за пару, вместе с лабретами. Успеваете за современной культурой? Чтобы успевать и быть в курсе, подписывайтесь на канал Beautifully.